Грузовик, вентилятор стал медленно крутиться. Одна из причин, из-за чего это происходит, высох конденсатор двигателя, называется так, конденсатор на двигатель, на пусковую обмотку. Значит, он на 1,5 микрофарада высох где-то до 400 нанофарад, 0,4 микрофарада. Очень медленно крутился. Вот. Вот такой вот. Ну, сейчас нормально крутится, сейчас временно я запаял. Сейчас неудобно мне демонстрировать это. Ну, очень быстро сейчас крутится советский, но малой мощности на 250. Естественно, буду такой покупать и ставить такой.